Здравствуйте, уважаемые цветоводы-любители! Сейчас я хочу вам показать небольшой кусочек оформления своей клумбы. Итак, внизу, в самом низу, оформление состоит из трех гейхерел. Они все разные по цветовой гамме. Это Fresh Green, Blackberry Jam и Tapestry. За ними я посадила магию, флокс, который имеет громадные соцветия, но в данном случае вторая половина августа соцветия уже поменьше. Рядом на контрасте цвет яблони, флокс старинный, но по высоте они приблизительно одинаковые. Мне нравится это сочетание контрастов. Так. Эхинацея аваланж, она неплохо замыкает данную конструкцию. А за ними вы видите группа, которая состоит из Sweet Summer Fantasy. С левой стороны это Полина, которая будет ярко-голубым. И рядышком Царевна-лебедь. И соцветие хорошее, большое, и сам флокс звездчатый.